Короче, это история о том, как мы попали в телевизор. Ну, возможно, попали. Виктор, расскажи нам, пожалуйста, как это началось. Началось это следующим образом. Мне написали ВКонтакте, прям в личку, что, дескать, мол, а не желаете ли снять сюжет про велосипедистов, помочь каналу 78? Я такой, конечно же, да, что надо делать? И запросил сценарий. И вот мы уже должны снимать, а сценария у меня до сих пор нет. Ну, в общем, они планировали в Гатчине, но так как нам нужно к гатчинским гейзерам, мы перенесли... Мы-то знаем, где надо встречаться. Прости. В общем, мы перенесли в Мариенбург. В Мариенбург мы по графику должны были прибыть в 15, ну, где-то 14. И вот в 15.13 мне приходит СМС. И что же там? Зачитываю. Главное, вовремя. Виктор, к электричке можем не успеть. Если приедете раньше нас, подождите у станции, пожалуйста. Короче, ждем. Это будет интересный, мне кажется, блок. Они приехали. Правда, не с той стороны, но они нас нашли. Молодцы. Пойдем встречать их. Все. Получили первое указание. Сейчас будем исполнять. Ехали в ту часть дороги, где они не могут проехать на своей машине. Сейчас мы поведем пешком. У них очень плохо проходной транспорт. Меня тут терзает маленькое ощущение, что про километр корреспондентам я немножко соврал. Километра на два. И они сейчас будут пешком идти все там, не знаю, километра 2.5. Ой. Ну, с другой стороны... Честно сказать, мое мнение, я думал, что они как бы хотя бы в курсе, куда едут, какая тут дорога. Итак, мы около гейзеров. Виктор, вам слово. Ну, в общем, нас уже начали немножечко снимать. Горизонт завалил. Спасибо. Не за что. Вот. И когда мы выехали на дорогу за Корпиково, соответственно, на такую уже гравиечку с кирпичами, в общем, 78-й канал сдулся и сказал, мы дальше пешком. Поэтому мы уже тут, а они еще нет. Ждем. Тем временем мы направили группу туристов к гейзерам, которых они не знали. Но мы их послали дорогой в Долбеня, которую, о которой они не будут жалеть. Виктор, снимаю. В результате. Канал 78 оказались таки молодцы, не во всем, но в целом очень даже молодцы. Поэтому ждем их репортаж. Будем надеяться, что мы не посрамим Гуляйнин в кадре. Лайк, подписка, бубенцы! Резко повысился спрос на активный туризм, причем пешим походом. Жители предпочитают сплавы на байдарках, сапсерфинг и велопутешествия.